Добрый день. В программе «Мужская культура» интересный гость Александр Исаулов. Я не знаю, как в двух словах охарактеризовать его. Этот человек занимался, очень многими какими-то интересными вещами, начиная от организации боев смешанного стиля, от организации передачи, СПБ Fighters, который именно реалити-шоу. Но буквально неделю назад Александр спустился с гор, приехал с такой вершины 7-тысячника, пик Ленина. Ну, на который он не поднялся. Ну вот об этом мы сегодня поговорим. Расскажи, пожалуйста, что помешало подняться? Я заболел на небольшой, на самом деле, для себя высоте. Я заболел. И не горной болезнью, я неплохо переношу высоту. Начал принимать антибиотики, они не помогали, и стало ясно, что что-то с организмом. Ну, просто не высотная болезнь, да, то есть это не воздействие высоты, это просто что-то с иммунитетом. А в таких случаях, не рискуют. Я спустился в базовый лагерь, попытался отдохнуть, не смог, то есть мне не стало лучше. И я уехал в Ош, это прекрасный город в Киргизии, в котором меня не пустили помыться в снятый номер в отеле, и улетел в Питер. То есть немножко не то путешествие, да? Да не, ну это прям, то есть такие путешествия, от них не ждешь комфорта, да? Ну в этом суть, ты не ждешь комфорта. Но когда ты как бы уже приехал в город, и у тебя как бы, я использую как бы не как слово паразит, а вот в рамках сарказма, да? И у тебя как бы есть в нем номер, но тебе говорят, вы как бы не можете в нем помыться по неизвестным причинам, поэтому придется помыться на улице. У нас там есть душ для персонала на улице, можете в нем помыться. Вот. Ну, тоже какой-то специфическая такая история. Специфический опыт. Потом 5 часов просидел в аэропорту города Ош, который больше напоминает ларёк. Международном, прошу прощения, международном аэропорту города Ош, который напоминает больше ларёк, потому что... То есть, мое ожидание от человека, который много летает от аэропорта международного, это, стойка регистрации, граница, duty-free, зал ожидания, в котором ты можешь выпить кофе. Ничего из этого не совпадает с городом Ош. Вот, поэтому, такое интересная история. Очень напоминает аэропорт Владикавказа, который, я не знаю, международный или нет. Слушай, скажи, пожалуйста, вот любое восхождение – это большой период подготовки, наверное. Смотря на какую гору. Ну вот ты к пику Ленина, ты готовился за какое-то время? Я, в принципе, держу себя в форме, да, то есть... Я не могу сказать, что я спортсмен, но я веду спортивный образ жизни, да. Но подготовиться к горам можно только, мое мнение, можно только в горах, да. Есть там, наибольшие, конечно, прерогативы в горах будут иметь лыжники-марафонцы, просто марафонцы, наверное, триатлеты, скайранеры, это модная сейчас специализация бегунов в гору. Вот. Они будут иметь прерогативу, потому что у них длинная функциональная выносливость. Mm-hmm. Вот. Я так не готовлюсь. Я много бегаю, но на короткие дистанции, 5-10 километров. 10 километров. Это коротко считается? Да, для города короткая дистанция. Для города, да, там средняя дистанция должна быть полумарафон. А я много тренируюсь в течение недели. И это мне помогает просто в том, что я чувствую тело. То есть я чувствую тело, я его знаю, я знаю, как он реагирует, я знаю, что мне надо делать, когда я себя плохо чувствую, хорошо и так далее. Но вот это все тягание штанги и лазание по скалам, оно не очень помогает в горах, честно говоря. Потому что ты просто идешь. Ты должен просто идти в условиях сильного разреженного воздуха, с грузом, долго, без остановки, в рамках там пониженного или повышенного давления. И к этому трудно подготовиться. Ну, здесь у нас, да, на как это называется? На равнине, да. Ну, не на болоте. У нас-то в болоте, да, вообще на равнине трудно подготовиться. Дышать, да, болотным воздухом. Есть система подготовки в барокамерах, но я никогда не пробовал. А есть, многие бегают в масках. Не видел, чтобы это кому-то помогло, честно говоря. Мне что-то как-то мало эффективность масок. Как-то... Для меня, да, на длинной дистанции эффективность маски для меня имеет спорный эффект. Мне кажется, больше вреда, там же забивается, если легкие вентиляции нет. Маска создает ощущение гипоксии. То есть, чтобы его почувствовать, можно в ней побегать. Но оно не создает того ощущения, которое ты чувствуешь в горах все равно. Независимо, причем Казбек, Эльбрус, там, Ключевская сопка, что угодно, пик Ленина. Вот это ощущение, его очень трудно воссоздать в реальной жизни. Ты просто чувствуешь себя плохо.
плохо начинаешь хуже соображать, хуже дышать, мышцы перестают подчиняться и так далее, да? Поэтому акклиматизация, есть там какая-то степень акклиматизации разная. Есть люди, которые легче переносят высоту, есть люди, которые вообще не переносят высоту. Я встречал людей, которые на высоте 4000 метров понимали, что все, ну то есть еще шаг, и он умрет. И они спускаются. Но их не очень много. А сколько тебе, ну, от базового лагеря до восхождения? Смотря на какой горе, ну, но вот если мы говорим о пике Ленина, было, то в среднем восхождение на пике Ленина занимает от 3 недель. Для неподготовленного. Ну, неподготовленного, для человека, который вот там не был в горах до этого. Можно, например, сходить на Эльбрус и сразу улететь на пик Ленина. Да, ты сразу можешь подняться выше. Ты акклиматизирован. А вообще 3 недели примерно. С акклиматизацией это около 3 недель. Ну, ты на 3 недели приехал туда? Я туда приехал на 3 недели, но уехал через 10 дней. То есть понял, что... Да. Будет. Я мог там проваляться еще там 3-4 дня. Просто я вот вернулся 2 недели назад, и мне до сих пор плохо. Угу. И даже здесь, при том, что у меня здесь антибиотики, капельницы и прочее, я вот только-только первые дни начал чувствовать себя неплохо. Вот вчера, позавчера, позапозавчера, да. Прошлую неделю я вообще провалялся. Несмотря на то, что у нас есть врач специальный, который мне там, я приехал, сразу проколол мне капельницы, и до сих пор у меня кровь из носа идет, я там кашляю сильно по ночам. Так это вирус какой-то, что ли? Это вирус или... Это вирус под воздействием высоты, и иммунитет просто сдался, видимо. Я не могу сказать, что это точно. Мы и там-то не поняли, что это точно. Но я сейчас принимаю антибиотики широкого спектра действия. Так а вот ребят, с которыми ты поехал... Они остались там, да. Ну, они сейчас, получается, поднимаются. Они вот должны вот-вот уже, да, идти на штурм. В своих социальных сетях ты очень интересно описываешь, и особенно мне запомнилась история, когда из-за того, что вы не нашли вовремя спички, вы вернулись. Вот это реальная история? Да, это реальная история. Это реальная история произошла в феврале 2016 года на Казбеке. То есть мы так бы, скорее всего, не поднялись, потому что это была авантюра. Явно совершенно авантюра. Но спички действительно были забыты, и это было, ну, это было достойно того, чтобы об этом написать. Тут, ну, мне, как человеку ни разу в горах не бывшим, ну, там какие-то уральские не считаются, понятно, я имею в виду, что люди, которые там не доходят до пика 200 метров, там 300, то есть они его, грубо говоря, видят, да, да. Они его осознают, да. Понимают, но не подходят, то есть вот... Что это за состояние? Ну, это состояние, во-первых, есть точка невозврата. Да, то есть обычно она либо 12, либо 2 часа дня. Если ты не достиг вершины до этого времени, ты должен идти обратно, потому что может испортиться погода, и это может привести к беде. Да? Большая часть бед приводится именно погодой в горах. Это первое. И хороший гид, и хороший альпинист, на самом деле, он развернется. Это во-первых. А во-вторых, чтобы ты понимал, на пике Ленина 200 вертикальных метров – это 3 часа ходьбы в одну сторону. То есть всего 6? Да. То есть ты понимаешь, что ты видишь пик, ты понимаешь, что тебе еще 3 часа, и ты можешь, теоретически, ты можешь возвращаться уже в темноте. А в темноте это уже очень опасно. Mm-hmm. Даже на Эльбрусе, на котором есть тропа, в непогоду люди теряются и падают. Потому что видимость может испортиться вот так вот. Потому что... И много... Вот на Эльбрусе многие сдаются в седле. В седле это 5300. 300 метров это еще 2-3 часа ходу. Иногда больше. То есть, кажется, я не дошел 50 метров. Тебе говорят, ну как же так? Mm-hmm. То есть, mm-hmm. в основном, то есть для человека, который там, да. То, что он не дошел, это не какая-то там трагедия, да. Или еще но что-то. Нет, это вот мне очень обидно. Mm-hmm. Я потерял много времени, сил и денег. Но это не трагедия. Я себе объясняю это очень просто. Эта гора стоит там. Тысячу лет. И простоит еще столько. И простоит еще тысячу лет. Я, ну, дай бог, не окажусь в беде и приеду через год. Да? Я делал 6 попыток на Эльбрус, но поднялся 3 раза. Угу. Да? Правда, делал 2 попытки зимой. Это тоже авантюра. Это, ну, это была не авантюра, но это было очень тяжело просто. Да, зимнее восхождение всегда тяжелое. Вот, оно требует специального снаряжения, оно требует... усиленной подготовки и терпения. Вот. И все равно все это лирика, потому что я любитель. Да, я встречал там сейчас на пике Ленина людей, которые, для которых альпинизм это профессия, и понял, что гвозди бы делать из этих людей. То есть там они делают вещи, которые, с моей точки зрения, не способен сделать живой человек, да.
органический, так сказать, организм. А что они делают? Ну, они ходят зимой на семитысячники, теряют там пальцы и все равно доходят. На руках или на ногах? На ногах. Да и на руках. То есть там был очень жизнерадостный мужчина, у которого было только 6 пальцев на двух руках, и он говорил, ну, господи, померз, ну, бывает. То есть это с точки зрения обывателя не очень здоровые люди. Это не очень здоровые люди, с моей точки зрения. С моей точки зрения, это не очень здоровые люди, потому что я, ну, вот Семена Дворниченко встретил, один из самых известных альпинистов России, зимой поднимаясь на Пик Победы, он потерял 4 пальца. Причем 2 у него уже отвалились, а 2 он ждет, пока отвалится. Такая настолько промерзает, что... Да, он промерз, не поймал момент, когда он замерз, и началось гниение пальцев. Вот, 2 отвалилось, 2 сейчас у него отвалится. Они там отвалились, у него в горах? Ну, 2 у него отвалились, когда он спустился уже, а 2 вот он ждет, пока отвалится. Там каким-то образом смогли решить вопрос без ампутации. И он ходит. Он ходит из первого лагеря в третий и носит на себе по 30 килограмм. Что для нормального человека невозможно, да? Причем он ходит за то время, за которое я успеваю одеться и поесть, понимаешь, в палатке, в первом лагере. И вот он за это время успевает ходить туда и обратно. Ну, это сарказм, конечно, но условно. И он готовится зимой подниматься на следующий семитысячник. Говорит, сейчас мне пальцы заживут, отвалятся. И окончательно. Да, и я буду готов. Я типа летом сейчас не могу высоко подниматься. Высоко — это выше 600 для него. А зимой буду готов, и мы поднимемся куда-нибудь на Хантенгри зимой. Или не помню, на что он собирается подниматься. Слушай, ну это эти люди, они ненормальные с рождения, или они ненормальные становятся в горах? Так, я думаю, что они становятся ненормальные в горах. То есть все-таки вот это тоже картинка, которая мне во-первых, скучна. Они все спортсмены. Ну, то есть это спорт для них. А спортсмены именно альпинисты. Альпинизм для них спорт, да. Это сборы, это альплагеря и прочее, да. Они все специфические физические фактуры, они все легче меня, они все тонкие, очень длинные мышечные волокна. Ну, как марафонцы, да, наверное? Такое у них фактура марафонцев, да. Но они кони. Угу. То есть они по сравнению с марафонцами, марафонцы, ну, вообще не сдюжили. Дети? Да. Ну, марафонец, потому что для него вот 4-5 часов, вот его дистанция. Угу. А тут, получается, сутки они могут... Ну, чтобы мы понимали, в прошлом августе я праздновал день рождения в горах, и мы делали попытку восхождения на Казбек в непогоду. И все вместе заняло 22 часа. Все это время мы шли. С небольшой скоростью, но все это время мы шли. Тут скорость-то уже, наверное, ее не развить тоже большую. Да. А есть штурмы, по 28 часов люди ходят. Слушай, ну что-то они используют или ничего? На нет, чистом кефире? На ничего не используют. Ну там себе есть какие-то препараты специальные. Наверняка какие-то изотоники многие из них пьют. А многие не принимают изотоники, потому что считают, что это может повлиять на кишечник. Знаешь, чем выше... У меня отвалилось 6 пальцев, но я не буду пить изотоник. Где тоньше, там и рвется в горах. Есть такая поговорка. А, кишечник, в смысле, что настолько... Где у тебя есть проблемки, там тебе и будет плохо. Там это может вылиться в проблему. Поэтому там люди очень аккуратно подходят к своему питанию, к сну и прочим, прочим, прочим. Главное подходить к этому не слишком аккуратно. Типа, я плохо спал, скорее всего, я умру, да, все. А там очень хочется. Там организм прям тебе говорит, чувак, умирай. Зачем? Идем вниз, или умри. Слушай, ну а что испытывают они? То есть это какое-то удовлетворение? Не, ну я считаю, что вообще вот восхождение — это эмоция, близкая к оргазму. Как бы это ни прозвучало на радио. Ну, наверное, лучше. Наверное, лучше, потому что так часто ее не можешь получать. Да. И это скита, понимаешь? Это скита такая специфическая. Скита, ну, скита, то есть... Ничего нет. Ну, то есть у тебя вот все, твои вот это у меня там есть долги, кредиты, мне нужно кто-то ипотека, там машину паркинг поставить. Это все, чем выше, тем больше отваливается. То есть какой-то ты думаешь, какие кредиты, какие там долги, какие бизнесы. Мне бы покушать вот сейчас и потом заснуть. И все. А со сном проблемы могут быть? Да, со сном проблемы, конечно, на высоте. Ну, из-за разреженности воздуха, вообще из-за всего. Да, там первые... Ну, там люди, которые первый раз, это очень интересно наблюдать, когда они ложатся спать такие радостные. И потом... Соответственно, не спишь, не спишь, сил, не восстанавливаешься, все это в кучу, да. Слушай, нам на физике рассказывали, что там вода как-то кипит на 40... При 60-80 градусов, да. И нельзя чай заварить. Чай можешь заварить, но он такой дерьмовенький получается. Вот чай, макароны, вот то, что ты варишь в кипятке, оно получается такого качества. Пельмешки с собой не брать, аккуратно. Пельмешки не брать. Ну там, видишь, пельмешками вообще сложности. Они же замороженные, а раз солнце встало, у тебя пельмешки в говняшку превратились. Макароны, лапши быстрого приготовления, каши, сало, хлеб.
Вот это вот то, да. Что с собой. Многие носят сублиматы. Кто-то полувоенный, как-то. Да, ну сейчас много вот есть модных сублиматов, дорогих, хороших, но они все хороши до высоты определенной. А потом они все превращаются в одинаковое говно, извиняюсь. С ним по вкусу все напоминают какую-то молочную кашу такую. И ты... Ну, ты вроде как там написано мюсли с фруктами и борщ, а ты какой-то ешь, значит, бесформенный, безвкусный продукт. Слушай, а батончики там какие-то? Вот батончики, да. Но ты должен понимать, что там при минус 10-15... А, не разгрызть уже. Да, то есть почему популярен Баунти и Марс? Потому что нет орехов. У нас была такая ошибка, мы набрали с собой сникерсов, и было минус 37 примерно. И мы эти сникерсы ели как мороженое. Мы их обсасывали просто шоколад с них, а потом подолгу жевали орешки, выковыривая их. Это было как раз на Эльбрусе вот зимой. И там была такая температура, что, честно говоря, никто не ожидал. А все оборудование, там всю одежду, вот мне рассказывают, тоже на Эльбрусе, в принципе, можно взять. На Эльбрусе можно вообще приехать в трусах и все пойти. Сделать, да. А... Так как у тебя уже такая полупрофессиональная деятельность, значит, у меня все свое должно быть, правильно? Да, у меня все свое, но это имеет свойство изнашиваться. Неожиданное. Не неожиданное, вполне ожидаемое, но ну, бывает, что прям обидно. Вот износилась какая-то вещь, а ты ее любишь. Или она дорогая очень. Да, карабин. Карабины теряются. Веревки, ну, не рвутся, но ты чувствуешь, что уже нельзя на нее рассчитывать. Или. Ну, это больше скалолазание, конечно. Не знаю, ну вот. Шапки, ну вроде это все мелочи. Ну ты понимаешь, что все износилось. Перчатки тоже же надо, да, обувь. Ну, обувь достаточно надежная, конечно, все-таки обувь покупается на много лет. Да, вот у меня ботинки были куплены, первые мои. И я еще в них хожу. С удовольствием. Uh-huh. Они достаточно современные еще считаются. Кошки, например, я сломал на Эльбрусе. Мне пришлось купить кошки. Там. Ну там много снаряжения, много. Да, там есть некое правило 5 пальцев в снаряжении альпинистском. Его много. То есть у меня оно занимает там 2 200-литровых рюкзака, баула огромных. Я его храню дома, но у меня, правда, дома сейчас есть гардеробная, поэтому я его все вот там и храню. Так, ну, а приезжаешь, а потом как-то по мере поднятия где-то оставляешь? Ну, во-первых, ты понимаешь, куда едешь, ты не тащишь с собой все. Да, то есть я не тащу на пик Ленин железо, например, никакое не тащил. Я не тащил веревки. Мы 25 метров взяли, и все, я не тащил. Что-то легкое совсем не тащил, да. У нас есть список снаряжения. Был список снаряжения, который мы брали. Был кусок общественного снаряжения, еда и личное снаряжение. Все. На Эльбрус можно вообще все что угодно брать. Там можно закинуть все это на бочки, на первый лагерь. И там это все валяется, а ты ходишь легким рюкзаком. Ну, с Эльбруса все начинают, и как по практике? Эльбрус – хорошая гора. Эльбрус с юга – это хорошая гора, чтобы просто понять, да или нет. Твое, не твое? Твое, не твое, да. Я начинал с Эльбруса, оказался там полуслучайно. И никто из тех, с кем я сходил в город, у нас было 20 человек, больше ни разу в горах не был. Не их оказалось. Не их, да, оказалось. Вот. А я еще в горах побывал, конечно. Слушай, ну ты говоришь, оказался полуслучайно, но это все-таки до туда надо доехать. То есть, значит, доехать 7 тысяч рублей. До Минвод добраться 7 тысяч рублей. Восхождение на Эльбрус мне обошлось там 20 тысяч рублей с билетами. Ну, потому что мне сделали большую скидку на само восхождение, да. Там был хороший гид. Хорошие ребята были со мной, но это было вот, когда я сказал себе, тогда я сказал себе, я не буду ходить в город с незнакомыми людьми никогда больше. Я себе это сказал, и несколько раз потом еще сходил с незнакомыми людьми. То есть это как в этом, как в песне Высоцкого, поется, да, это 100%. Это то есть все худшие черты человека начинаются с высоты 4 километра. Если он в жизни истерик, не трогай меня, я не могу спать, я хочу есть. Если он идиот, то он ведет себя как идиот, не закрывает форточку, забывает закрыть палатку. Но это все может привести. Это все может привести к тому, что ты просыпаешься в снегу. Понимаешь, это все. Это, на Эльбрусе это мелочи. На Эльбрусе это все мелочи, но до определенной высоты. Угу. Да? Но. Понимаешь, то есть ты чувствуешь, что если ты упадешь, ты чувствуешь, что вот этот за тобой полезет, а вот этот вот уже нет. Это очень быстро понимаешь. Поэтому с друзьями лучше вообще в горы не ходить. Потому что ты начинаешь о них, ну, ты открываешь о них вещи, да, подозревать вещи о них, которые... Я сходил с своим приятелем, и он сходил вместе, мы сходили, да. Но и то мне открылись некие его черты такой истеричности, которых я не видел в нем раньше. То есть я видел таким мужественным Чаком Норрисом. У меня болит голова, дайте мне таблетку, сходите за ней, понимаешь. И это... Надо прощать, ну это нормально. Слушай, так а с кем ходить тогда? Я сейчас вот сейчас сходишь? Сверхудачно сходил со своим товарищем.
Сашей Родичевым, который хозяин магазина «Трамонтана». Но это уже твое какое-то новое альпинистское знакомство? Да, это мое новое альпинистское знакомство, и он, конечно, альпинист, и он все понимает. У него есть одна дурацкая привычка – ночью выходить покурить из палатки. И понимаешь, а видишь ли, в чем дело? То есть... Делает он это спокойно, без истерик. Да, спокойно, без истерик, но в палатке две молнии. Первая – в тамбур. Ты протискиваешься в тамбур, открываешь вторую. И надо закрыть первую и вторую, чтобы я не замерз, соответственно, потому что там один. То есть... Чтобы выйти и зайти в палатку, нужно дернуть этой молнией, вот этот звук, 4 раза. Всего 8. И не проснуться этим, могу сказать, невозможно. Несмотря на то, что он меня убеждал в том, что я очень крепко сплю, я не проснуться под этим звуком невозможно. Это был единственный его минус. А так он идет, готовит. А так как проблемы могут быть со сном, то уже и не заснуть. Получается. Нет, ну, все-таки там мы не поднялись до той... То есть у меня не было проблем со сном в этот раз. Я спал хорошо. Я и спал хорошо, и ел хорошо. То есть он, получается, начал ходить, потом понял, что это его. И... Но он профессиональный альпинист, он ходит уже 25 лет. Открыл магазин, да? Да, он уже много лет ходит, он много где был, он уже был на пике Ленина, и он и техническим альпинизмом занимался, это когда там стены проходят, то есть это совмещено с скалолазанием. Он крутой. Возрастной уже альпинист, самый вот у него пик альпинизма, у него 50 лет, ему 49. А пика потом они как бы... Ну, в каком-то возрасте уже тяжеловато. Слушай, а вот это вид спорта. Соответственно, как в любом виде спорта, должны быть там разряды, звания. То есть это все там... Разряды, звания, мастер спорта, мастер международного класса, да, все есть. А награды, золотой ледоруб. Себе мастер Нет, спорта. Я очень спокойно к этому отношусь. Для меня важна вершина. Для меня важен саммит. А, допустим, вот так просто, чтобы представлять, мастер спорта, это куда надо забраться? Я не знаю, надо выиграть соревнования. Соревнования. То есть там соревнования. Тоже время какое-то. Ну, есть время, да? Там, не знаю, ну, то есть масса всего. Маршрут. Есть. Да, маршрут, да. Mm. Есть там награды, золотой ледоруб. Ну, это тоже на соревнованиях. Нет, это за вклад. Дается за раз, на много номинаций, дается много российских альпинистов, советских имеет золотой ледоруб. Помнишь фильм «Эверест»? Ну, это не российский же. Да, американский фильм «Эверест» про трагедию 96-го года. Mm-hmm. Там есть персонаж, русский Анатолий. Вот это Анатолий Букреев, культовый, ну не культовый, известный очень российский альпинист, советский. Вот он за это получил золотой ледоруб. За, по-моему, звучит за спасение чужой жизни с риском для собственной. Там же как-то считается, что это если ты кого-то на такой высоте не спасаешь, то это даже как-то... Один, я не помню, какой альпинист сказал, что после высоты 8000 метров ты можешь рассчитывать только на себя. А что вот на Монблане там прям ориентиры... Трупы замерзшие, это... На Монблане не знаю, на Эвересте я знаю. На Эвересте? На Эвересте, да, я знаю, есть. Но на пике Ленина трупы лежат, я знаю. Но... А вы не дошли до них? А? Не дошли до них? Нет, мы не дошли. Слушай, а как это воспринимается? Просто как ориентир? Ты знаешь, трудно сказать. Я не видел. Угу. Ну, но эти люди же лежат... Старшие там... пацаны что рассказывают? Но эти люди лежат там годами. А туда уже техника не может, да, подняться? Да никакая техника, туда ничего не может подняться. Спустить его, это 20-30 человек. Понимаешь, да? И как? Ну как? Это может стоить там сотни тысяч долларов. На Эвересте это может стоить до 100-200 тысяч долларов. Чтобы спустить. Чтобы спустить с 8000 метров. И это невероятно тяжело, невероятно дорого. Их хоронят, сбрасывая в трещины, в пропасти. Вот. Тело брата Райнхальда Менснера на Нанга-Парбате ледник отдал через 30 лет. У него брат погиб под лавиной, и через 30 лет его тело нашли. А тело, по-моему, Мэлори, который первый делал, ну, более-менее удачные попытки на Эверест, нашли через 75 лет. Понимаешь, да? Там же холодно. Я не могу сказать, что я понимаю. Тело хранится, то есть там же холод, температура низкая, тело не разлагается. А то, что люди с улыбками там Ну, так потому что засыпают, да? Засыпают вообще ощущение гипоксии, оно, ну, то есть ощущение, когда засыпаешь от обморожения, оно приятное. Тебе тепло. Угу. Парадоксально тепло. Ну, то есть там уже что-то... Там уже что-то организм начинает, да, делать какие-то процессы, да, и тебе такое-то там прямо. Ну, когда не хочется идти, понятно, а когда вот ты идешь, и он тебе говорит, ложись, затем в какой-то литературе ты же читаешь, там тебя убаюкивает сам организм, закрой глаза вот под этим ветром. Ну, типа, надо поспать, да. Ну, вот... Было у тебя такое? У меня один раз такое было. У меня такое было один раз, я спускался ночью с Эльбруса. Один? Один. Там так сложилась ситуация, что я спускался один, и
И как ты себя... Я чувствовал тепло, иррациональное тепло. Мне было очень тепло, хорошо, я прилег. Мне прям... Причем это не была усталость, я просто прилег. Все. Ну и уснул. И уснул. Ну а на какое время там? Не знаю, на какое время я проснулся. Проснулся, потому что лед начал трещать подо мной. От звука проснулся. И проснулся уже с коченеющими пальцами. Очень быстро взбодрился и пошел. Замерз и пошел. Очень быстро взбодрился, да, и пошел. Там же главное идти. То есть ты когда идешь, у тебя главное двигаться. Ну, работает у тебя, да, там все эти организмы. Да, да, да. Организм гоняет кровь, работать, двигаться, да. А, вот это именно от холода, оно у тебя просто как встанет, как вода в трубах. Да, вода в трубах, и ты уже. Да, да, это сложно для понимания, хотя вроде. Ну, фотографии красивые очень, понимаешь? Классные селфи, да, селфи, да, хорошие, да, набирают много лайков, но да. Лицо у тебя какое-то звериное в тот момент. То есть, сильно худеешь, обезвоживание сильное. Природа есть, красивая, а вот, конечно... А ты знаешь, в какой-то момент на природу становится наплевать. Вот честно скажу, что до какой-то высоты ты так, о, как красиво, а потом тебе наплевать абсолютно. Ты думаешь, господи, эти скалы, снег этот, трава там где-то внизу. Глаза мои не видели. Да уже думаешь... Все, что ты видишь, это жопа впереди идущего, вот честно. А если ты первый идешь, вообще ничего, если ты даже, идешь, даже этого, ну, да, не видишь. На вершину же нельзя смотреть. А почему? Далеко. А. Кажется, что близко, а на самом деле далеко. А, ну, то есть, психологически. Да, психологически лучше не смотреть на вершину. Вот. И ты идешь, кряхтишь. Музыка в плеере. Нельзя музыку в плеере слушать. Не услышишь чего-то? Не услышишь чего-то. Кто-то не услышит, кто-то крикнет, там, камень, лавина, все что угодно. Не слушают. Но на определенных маршрутах можешь слушать, если ты хорошо знаешь маршрут, ты знаешь, что там ничего не может произойти. Но если кто-то помощи попросит сзади, там ты обернулся, там уже никого нет, понимаешь? Кто-то так, ну, сори, да, улетел. У меня тут была Алиса просто, да, у меня там трасса Е95, а кто-то летит уже. Вот. И жалко батарейку. Она вообще больше не сможет. Ну, холодно же. Во-первых, а во-вторых... Ну, лучше на вершине там оставить батарейку, если дойдешь до вершины сфотографироваться, чем зато музыку послушал. Да, слушай, а вот есть такие всякие штуки, там ломают, они нагреваются, это что-то оно работает, помогает или уже там ничего не работает? А, ну, как грелки такие, химические. Никогда не видел, чтобы использовали. Mm-hmm. Ну, я не видел. Я знаю, что были попытки использовать электроподогрев в одежде. Но, ну, тоже, наверное, от аккумулятора. Да, но проблема не в этом. Проблема в том, что его не хватает надолго. И тебе тепло, 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 а потом раз, и очень резко холодно. Ну, адаптация нет. И все, и ты мгновенно замерзаешь. И вот эти все, на эти все штуки на такой высоте нельзя рассчитывать. Угу. Реактор, горелка, газ. Это работает, потому что ты понимаешь, это газ, он будет гореть. Не денется, а. Да. И то носим по две. Слушай, а вот. Материалы новые, это же тоже все опробуется. Конечно. Это все оно как бы работает или оно, тоже? Оно, конечно, то есть если сравнить то, в чем люди ходили 20 лет назад или 50. Не дойдешь уже. Да, конечно. Там я читал, что то, в чем я сейчас выхожу зимой в лес у дома, люди поднимались на Эверест. Да, сейчас карбон, титан, кошки эти, которые не ломаются, Гортекс, пуховая одежда, которая там, здесь оно тебе выпускает пар, здесь пускает пар, спальники, в которых... И не весит, наверное, еще. Который, да, весит по 200 грамм, да. Рюкзак, палатка, там, прижатая к земле, не прижатая к земле, высокая, низкая, какая угодно. Ну, это целый мир, там. А это же, наверное... Ну, есть такое понятие экстремальные виды спорта. Но это экстремальный спорт. Мне просто кажется, что это... Я, правда, не считаю экстремальным видом спорта. Я к чему хочу сказать, да, что это альпинизм, вот это восхождение, это за каким-то вот этим. Экстремально это там с велосипеда. Ты прыгнул сальто или не прыгнул, это экстремально. Но здесь это уже такие предельные возможности человека, что даже как-то по-другому надо... Я не знаю, я не считаю это экстремальным видом спорта, честно скажу. Нет ничего экстремального? Ну... Там есть экстремальный, если ты идиот. Вот мне так учили. Драки, бои экстремальные? Да, я считаю, что бои экстремальные. Ты можешь в любой момент получить в голову так, что она оторвется. А здесь ты можешь получить в голову только в том... То есть, есть вероятность случайности, которая может тебя погубить. Но в большей степени ты можешь тебя погубить только собственной глупостью. Mm-hmm. Пойти не туда. Сказать, да нормальная погода, пойдем, я покажу дорогу. Да? Забыть что-то, не одеть что-то. Чистая математика. Да, чистая математика. Да, там как угодно. Потому что вот на Эльбрусе я часто там погиб тот-то, погиб тот-то. А потом начинаешь разбираться, шел один. Угу.
без опыта. На Эльбрусе не был, ушел один. Повысили он таким образом вероятность своей смерти? Конечно, повысил. Шли без гида вдвоем, с женой. Повысил вероятность. Ему сказали не сидеть на жопе. Он сел на жопу и улетел. Вот я там был в прошлом году, и улетел муж с женой. Им здесь сказали, не садитесь, нельзя здесь сидеть. Ну, скользко. Потому скользко, нельзя лететь. Сидеть, нельзя сидеть. А это кажется, что это ерунда. Ты сел, как бы кошками уперся, кошки такие, зубья там, да? А ты за несколько секунд набираешь там 60 км в час скорость. Да? По льду. Ну, так пологое плато многокилометровое. Тебя начинают на нем крутить, ломать. И все, они оба улетели. То есть, если ты делаешь глупость, как и в жизни, ты же можешь ехать по городу 200 км в час, да? Таким образом, ты резко повышаешь вероятность своей смерти. То же самое. Ты можешь сказать, я смогу дойти один. Окей? Можешь попробовать. Да, вперед, тебя никто не будет даже останавливать. Но на Эльбрусе точно. На Эльбрусе нет такого, что типа, ой, не ходи, подожди, мы тебя не пускаем. Ну, иди. Слушай, ну, ты один спускался, получается, тоже на свой страх и риск? Это, ну, во-первых, я знал маршрут хорошо. Это было для меня уже далеко не первый раз. Я акклиматизационно там ходил раз 20 уже. Я хорошо знал маршрут, во-первых. Во-вторых, была погода хорошая. Вот это вот все как бы прогнал перед да, тем, как то есть я понимал, решение. Если бы я понимал, что я могу не дойти, вероятнее всего, я бы сказал, ребята, давайте-ка мы все вместе пойдем. Я вам сорву восхождение, но мы пойдем все вместе. Там была глупая ситуация, что я пошел неакклиматизированный, дошли, ну, не суть. Но я понимал риски, я понимал, что как бы, ну, опасности никакой нет. Тем более... У нас была рация, мы сообщили, что я иду вниз. Другой вопрос, что человек, который сидел на приеме, заснул. И не встретил меня в конечном счете. Он очнулся и увидел фонарик на горе уже. Она очнулась, увидела фонарик на горе. Долго смотрела на него. И вот когда я упал, ну не упал, а лег, она подумала, что тут, наверное, не то. И вот только тогда она вышла. Я встретил ее уже, она от палатки отходила, вот буквально 100 метров от палатки отошла, я ее встретил. И потом ходил по палаткам и просил кока-колы. Да, очень хотелось, да? Очень хотелось. Погрызть. Да. Ну что, ты понимал, на пике Ленина так интересно. Кока-кола в городе, ОШ, стоит там 30 рублей. В базовом лагере стоит 2 доллара. В первом лагере 4. Во втором, по-моему, 6. А в третьем 10. За пол-литровую бутылку. Но ты готов на любые расходы. Вот серьезно, ты готов на любые расходы, чтобы выпить колу. А тархун там, да? Любая газировка сладкая. Просто чтобы немножко... Чтобы восстановиться, да. А я человек, который, в принципе, газировку не пьет вообще в городе, на меня там действует, как будто мне в жопу всадили скипидар, вот честно. То есть мне достаточно выпить 2 глотка колы, и меня же начинает трясти от возбуждения. Готов уже чихнуть. Да, там, да, 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 да. Слушай, Саш, мы краями коснулись вот как раз единоборств, боев. У тебя был очень интересный проект, реалити-шоу, где ты набирал там, ну, буквально по объявлению, да, мне кажется, да. Парней молодых, то есть там и... тренировали их тренеры серьезные, там Сергей Помникидин, да, и Юлия Березикова. Да, и потом Леша Прокофьев, Александр Яковлев, Галяев Сергей был в игре, Бату Хасиков, много было спортсменов известных. То есть они и начиналось это все, вот я помню, там в социальных сетях, да, ВКонтакте, да. И потом ты уже даже выводил их на телек, файл, да, на да. Это как бы тебе показалось, что оно изжила себя эта идея, или сейчас стало их слишком много, значит, или тебе как-то немножко... Как бы это ни прозвучало, или ты ушел в горы. Как бы это ни прозвучало, на тот момент в нашей прекрасной стране, в России, было 2 таких проекта. Это был M1 Fighter, не очень интересный, ну, на тот момент. Ты раньше начал. Да, и SPB Fighters. M1 Fighters позже начал. Как бы это ни звучало, и, может быть, самолюбиво, эту индустрию в этой стране создал я. Индустрию реалити-шоу о боях создал я. Просто на 5-м сезоне я понял, что я больше не могу бегать по городу искать на это деньги. И все, кому не лень, решили, что почему бы нам не делать реалити-шоу о боях. И все стали его делать. Хуже, лучше, как угодно. По большей части хуже, как бы это ни звучало. Потому что первый SPB Fighters мы снимали на одну камеру. Весь бюджет первого SPB Fighters составил 80 тысяч рублей, чтобы понимать, 12 получасовых серий. Вот. А пятый мы снимали с 8 камер и транслировали прямой эфир, и потом ребята получили по 300 тысяч гонорар еще, победитель, или 150, не помню. Вот. Подрался на Fight Night и так далее, и тому подобное. Я хочу сказать, Сергей Романов, выходите из SPB Fighters. Да нет, я же говорю, что там куча народу было. Да, там была куча народу, которая сейчас, ну не в топ-10, конечно, но известна в стране. Известно. Да.
Это было очень круто. Это был очень крутой опыт. И просто он изжил себя для меня. Я понял, что лучше я уже не сделаю, а быть как все не хочется. Ну и, наверное, у нас вообще со спортом все очень непросто. Да, не этот просто. Рынок, в принципе, рынок ММА, смешанных единоборств, он, в принципе, такой у нас дотационный, я бы так сказал, меценатский. Ну, а кроме футбола у нас есть там и хоккей. Хоккей, да. Ну, не знаю, говорят, теннисисты неплохо живут. Я никогда не играл в теннис, поэтому ничего не могу сказать. Да, потому что, ну, у тебя совершенно другой был формат, конечно. Мы там, когда организовывали эти турниры тоже свои, причем часть ребят потом к тебе туда перекочевала, что такой он именно для парней тоже, да. Это, ну, правда, вот просто они в интернете писали тебе, что мы хотим подраться. Да, да, мы их смотрели, они приходили к нам на кастинги. Важно было, чтобы они не только драться умели хоть как-то, чтобы они еще разговаривать умели. Вот. И было прям пару самородков. То есть было несколько раз очень интересно. И по боям, и по интриге было прикольно. Вот. А потом мы познакомились с Камилом Гаджиевым, который мгновенно вписался, пустил, стал пускать моих ребят на, к себе на турниры, стал давать нам своих бойцов. И... Так а сейчас никаких похожих там предложений тебе? Или... Это неинтересно. Тебе? Это, да, и это неинтересно. Я продал это как бренд. Mm-hmm. И люди, которые его купили, уже больше ничего не организовали. Зачем они это сделали, непонятно. Я получил то, что хотел. Ну, на тот момент, я помню, ты рассказывал, что я это хочу, я люблю, я умею. Да, я люблю, хочу, умею. На тот момент это было именно так. Я люблю, хочу, умею, и этого никто до меня не делал. Очень интересно быть создателем формата. То есть сейчас будет реалити-шоу подготовки к восхождению? Это или... никому не, это очень маленький рынок. Слишком. Вот недавно, ну хотя, с другой стороны, недавно на Первом канале был фильм, называется «Ген высоты», который снял Вау Диспельш о восхождении на Эверест. И он интересный. Он действительно интересный. Я посмотрел две серии из четырех. Он действительно интересный. Я рекомендую. Mm-hmm. Вот. Но я думаю, что бюджет фильма там просто невероятный. Несколько миллионов долларов, я думаю. Ну, тут получается задом наперед, да? Тут ты откуда-то снизу. А там ребята сразу сверху, а да. А там сверху, сразу Эверест, да. Там сразу Эверест. А Эверест, это, чтобы понимать, это 50 тысяч долларов. Mm-hmm. Да. Ну, мало кто может себе это позволить. А, 50 тысяч долларов, чтобы подняться туда? Да, чтобы попытаться. Не чтобы подняться. Угу. Это большая разница. Ну, то есть, если за 50 тысяч долларов можешь 100 метров не дойти. И как бы деньги не вернут. Не вернут, да? Да. Вот. И... Но это просто тренд. Эверест — это тренд. Это бренд. Супер бренд, да? Но там, не знаю, есть К2. На вершине Эвереста было больше 4000 человек, а на К2 было меньше 300. Никто не снимает фильм про К2, потому что это невозможно. Ну, никто не выдержит там. А Эверест выдержит, съемочная группа выдержит, если надо. И поэтому, ну, понятно, почему Эверест. Потому что у него интересная история, интересная легенда. Самая высокая гора в мире, в конце концов. Ну, вообще, как бы ты видишь свое какое-то там профессиональное участие в альпинизме? Нет, я вижу себя альпинистом. То есть ты просто... Я вижу себя в альпинизме, сходить, да, сходить, я хочу сходить на Эверест, я хочу сходить еще куда-то. Но я понимаю, я не понимаю, что я не стану великим альпинистом, потому что я не переношу высоту так, как должен переносить великий альпинист. Хороший, даже хороший альпинист, да? Mm-hmm. Мне тяжело дается высота через боль. Ну, то есть просто через физическую боль. Я точно знаю, каждый раз, когда я еду в горы, что мне будет плохо, больно, я похудею. Мне каждый раз, знаешь, самое обидное, что ты же перед горами набираешь форму, mm-hmm. и я уезжаю всегда в такой классной форме. Ну, пофоткаться там вот это все. Нет, просто в хорошей форме, физической очень. Такой крепкий, прямо вот как надо. Mm-hmm. А возвращаешься такой дохлятиной. Там, вот я сейчас вернулся, минус 7 килограмм. Вроде не страшно. Ну, ты, как сказать, и не поднялся, ты еще должен был там находиться какое-то время. Да, и думаешь, а вот сейчас я снова набираю форму. Я хочу в сентябре там, дай бог, сходить в горы. А куда? Да. Ну, я не... А, да. Такая. Вот, и... Я понимаю, что я там все оставлю опять. Ну, килограммы — это все-таки не такая проблема. Просто, нет, это не для здоровья. Это не для здоровья. Мое мнение, что вот для обычных, может быть, для профессиональных альпинистов это для здоровья. Но для меня это не для здоровья точно. Я возвращаюсь, потом 3 дня в потолок смотрю. А для чего? Смотрю в потолок? Нет, для чего ты идешь? Как это? Спросил, зачем идете в горы? Честно, да, честно говоря, мое мнение, что я бегу от своих проблем здесь.
если быть откровенным. Если говорить красиво, то это скита, героизм и прочее. А если говорить откровенно, с отцом на эту тему общался, который очень нервничает, когда я хожу в горы. Говорит, я считаю, что ты бежишь от проблем своих. От своих проблем здесь. Там, болеющих детей, многочисленных бывших жен, алиментов, кредитов и прочего. Слушай, ну, мне кажется, это не самый худший способ. Наверное, да. Кто-то пьет, кто-то там, да, принимает наркотики, делает. Кто-то путешествует. Слушай, а вот сыновья, ты планируешь их с собой затянуть? Ну, мы со старшим сыном были дважды на Эльбрусе уже. Не на вершине, а просто были на вершине. А есть какой-то возраст, которого можно начать? Не знаю, не занимался этим. Я пока не вижу в нем, то есть он не смотрит на вершину. С вожделением. Я там. Да, он сказал, азит у меня чуть-чуть вместе со мной. И просто мы гуляли по горам. Вот дважды мы ездили в весенние каникулы. Ему нравится фоткаться там тоже, ему нравится атмосфера. Посмотрим, что будет дальше. Он в таком возрасте, когда любое путешествие для него это круто. Ну тебе вообще как бы хочется как отцу показать ему, как это бывает? Или ты, как твой отец, там будешь переживать? Я хочу очень мягко это сделать. Не, ну... Да, то есть я хочу, может быть, сейчас сходить с ним в какой-нибудь пеший небольшой похож, чтобы он просто почувствовал, как это жить в палатке, переночевать в палатке. Таскать, да? Рюкзак на себе. Ну, рюкзачок какой-то таскать, да, долго идти. Да, хочу просто, чтобы он вот сказал мне, да, мне нравится. А у тебя были такие походы в твоем детстве? Ну, у меня не было таких походов, кроме как школьных. Ну, ты жил в таком месте специфическом, да? Ну, я жил там, не, там до 12 лет, в Гаджиево. Ну, как раз вот. Как... Вот, но, как тебе сказать? Там некуда было ходить? В сопки мы ходили в горы, да, за грибами. Но не было ничего другого. То есть интернета же не было, ничего не было. Это вот мы все вот в наше время, да? Нам вроде как там по 30-40 лет, а вот в наше время, да. А ничего не было. Я много времени провел на улице. Я ночевал в палатке. Но я тебе скажу честно, что для меня вот эта вся жизнь палаточная, палатка реакторная, горная, началась 3 года назад всего. Я не мог себе представить, человек, который очень любил до этого момента комфорт. Mm-hmm. Типа... Да, полотенце мне не нравится в отеле. Не меняли давно. Да, 2 дня уже не меняли. Я не мог себе представить, что я буду сидеть в этом отеле на море и думаю, господи, как мне все это надоело, когда уже в горы, когда уже в палатке бы оказаться, уже бы в снег. А я это так думаю сейчас. Причем я знаю, что будет плохо. Понимаешь? И это парадокс. Я знаю, что будет плохо. Будет невкусно. Будет больно. Не смешно, больно. Да, там вечером сели, поржали, что-то еще. Но это вот, а в течение всего дня ты разговаривать не хочешь. Ты и жить-то не очень хочешь уже. Ты идешь вот этот переход свой дневной, ты и жить-то уже не очень хочешь. Но... Но здесь, когда ты спускаешься, то есть ты убежал в итоге от проблем, то есть ты перезагрузился, это тебе не помогает, то есть, трудно мешает, сказать. Или ты спускаешься, и вот ты... Ты спускаешься и понимаешь, что все это тлен. Ну, это полегче или, наоборот, еще сложнее? По-разному, войти, не могу сказать. Войти тяжело, конечно. Потом уже входишь, думаешь, блин, ребята, вы что? Надо есть и идти, и все. А вы тут какими-то проблемами заняты сами непонятными паркингом для машины, понимаешь? Но идти надо, да? То есть, а ты можешь посоветовать? Вот я, например, никогда не был. Посоветовать или будешь отговаривать? Вот какой-то... Почему? Я могу. Один раз, конечно. Надо, да? Пожалуйста, да. Я готов даже пригласить тебя вот в августе, в конце. Заманука. Да. Ну, манит, конечно, но надо подумать. Не обязательно подниматься на вершину. Можно просто походить вверх-вниз, почувствовать, поблевать там и понять. Ну, отдохнуть, то есть душой. Душой, да. Я каждый раз говорю, я вот в горах, мне говорят, круто тебе, отдохнешь. Я потом возвращаюсь, обгоревший, с отваливающимися кусочками кожи, похудевший. Люди говорят, ну как ты, отдохнул? А там такой отдых, ты хочешь вернуться и сразу уехать на море, понимаешь, отдохнуть. После отдыха. Да. То есть это не, ну, то есть это не отдых. И это нельзя воспринимать как отдых. Ты вот просто уехал в горы. А как часто это можно делать? Или... Вот в зависимости от твоего количества денег и возможностей, на самом деле. Ну, а физически? Есть там... люди, которые там месяцами, по полгода проводят в горах. Наоборот, он акклиматизируется, он спокойно уже ходит. Не, я даже имею в виду, вот ты спустился, через какое время можешь идти? То есть, чем раньше, наоборот, тем легче? Да, чем легче. Готовиться к горным восхождениям можно только в горах. Угу. То
есть нет такого, что ты спустился там и, не знаю, там 2-3-5 месяцев должен сидеть. Нет, такого нет. Если нормально себя чувствуешь, что есть время, деньги, ты есть желание, то чем быстрее ты снова пойдешь, тем легче будет. Слушай, ну, очень-очень интересно. Очень я хочу пожелать тебе. Ты пишешь заметки какие-то, ну, возможно, это выйдет в какой-то там труд, или ты планируешь написать там книгу? Это выход нерастраченного творческого потенциала. Ну вот, чтобы твой творческий потенциал он оформился в кирпичик напечатанный, который ты сможешь потом там перечитывать и понимать, что все было правильно. А в наш век интернета достаточно же разместить это у себя на страничке, понимаешь? Не знаю, я все-таки за книгу, за да? печатный текст. Ну, я читаю в электронном виде, поэтому это очень важно читать. Это вот то, что мы не затронули, а что является неотъемлемой частью жизни любого мужчины. Чтение. Конечно. Нельзя быть тупым. Ну, некоторые могут с тобой поспорить, живут и нормально. Ну, Ридли Скотт недавно, хотя, может быть, недавно сказал, что самый крутой кинотеатр — это твое воображение. Я полностью с этим согласен. Ну, тогда вот я тебя спрашивал про сыновей, чтение, как они? Да, я пытаюсь их заставлять это делать. Они... Это очень тяжело в рамках современной реальности, огромного количества информации, которые ты можешь получать более простыми способами, чем чтение. Да, мне кажется, они не столько простые, сколько они меньше формы, что ли, да? Более комфортные. Комфортные. Они да. такие более комфортные. Да. Включи видео, включи кино, включи тупого блогера. Включи минутное видео в Инстаграме. 30-секундное, 15-секундное. Получи информацию. Да, она будет бессмысленной, но ты ее получишь. А тут надо же читать. Мне там ребенок уже... Республику Шкид читал, не знаю, сколько времени. Ты имеешь в виду по времени? По времени, по да. Протяжению, да, по протяженности. Да, протяженности времени, да. То, что думаю. Нужно сесть, прочитать. Сесть и прочитать, нужно сесть и прочитать. Меня отец заставлял читать. Каждый день. Не читаешь, будешь тупым. Мало того, что будешь тупым, еще в компьютер не поиграешь. То есть у меня была очень жесткая мотивация. Да, здесь... Я не как это, знаешь... Не пропагандирую то, что если ты не читаешь, ты тупой. Но думаю я именно так. То есть... При знакомстве с женщиной мой третий вопрос будет. Читаешь ли ты книжки? Вообще, в принципе? Да. Хер с ним, что ты читаешь сейчас. Пусть это будет Космополитен. Читаешь ли ты книжки? Вопрос говорит, ты знаешь, вот я читал раньше, а сейчас вообще времени нет. Слушай, ну... К сожалению, время передачи подходит к концу, и... Но нет, я еще хочу поговорить. Нет, мы традиционно просто именно вот спрашиваем, чтобы ты, как бы это ни звучало, может быть, так обидно пожелать молодежи. Я так понимаю, что ты бы им пожелал читать. Я не пожелаю им читать. Не будем так говорить, что потом мне тут обзывают, начали обзывать фашистом от грамматики, потому что я исправляю чужие сообщения. Граммар нация? А, да. Есть люди, которые... Ну, то есть, можно не читать. Но вы лишаете... ты лишаешься огромного количества удовольствий. Невероятного количества удовольствий. Черт с ними сознаниями. Черт с ним, что когда-нибудь в разговоре ты услышишь фразу, все ее поймут, а ты нет. Да, Аннушка разлила масло. Я-то недавно в компании сказал, Аннушка разлила масло. Два человека сидят такие. Какая Аннушка? О чем он говорит, да? Надо знать свою историю, историю своей страны и литературу своей страны надо знать. Потому что все циклично. И история в первую очередь циклична. То, что было 1000 лет назад, повторится. Просто в руках у нас будут не луки и тетива, а бластеры, да? Как писал Стругацкий, фашизм – это не свастика. Да? И ты легко можешь увидеть фашизм 100 лет назад, Третий Рейх и фашизм сегодня. Поэтому... Если ты этого не знаешь, чем ты глупее, тем проще тобой управлять. Зачастую ты можешь обратить внимание, что самые тупые патриоты – это люди, которые не читают книг. Вот что я им хочу пожелать. Спасибо. Вот.